А какая у меня вкуснятинка запекается. Куриные ляжки, гратинат, паросто. Все уже готово. Все уже готово. Сейчас будем выбрасывать все на витрину. Выбрасывать все. А, филе такое. Хека. Хека. Салатик. Подливка до роста. Бардак на кухне. Курочка сказала всегда готова. Вылетай. А вот а ты что там шепчешь, друг сердечный? Наверное, ему еще надо постоять. А ну-ка, покажи. А, красавчик, а вот сейчас на другой бочок повернем, перевернем. Красота ненаглядная, да? Будем мыть посуду, я сейчас вам расскажу сказки дедуся Панаса. Прибегает наша Лу на работу. Сегодня поставил он двух человек. Ну и сам прибегает на работу. Он думал, марокканцев будет. Лес пруди. А их нету, потому что корабль сегодня вечером, еще тот, который должен уплыть, он еще не приплыл, то есть он еще не пришел, представляете? Оставайся, а в уснами будешь нашим королем. Ну разберись же ты в этом расписании, Йохан и Баба. Сейчас у меня два человека ничего не делают. А сегодня после обеда придет на работу Стефания. На нее как налетят все вместе. И будут ей гайки. И будет и один у поле воин. А кто провтыкал? Начальника, начальника. Неправильно узнал расписание. А говорит, я надеялся, что сегодня людей будет много. А я ни на что не надеюсь. Я знаю, что я одна, мне надеяться нема на кого. Что вы надеетесь, не надеетесь. Нас сегодня сняли маски. На улице мы без масок, а здесь мы, конечно, в масках. Пойдемте глянем, что там за погода, что-то у меня горло закрыто с утра. Видите, я вот так вот щелочку оставляю, чтобы свежий воздух на кухню заходил. Но он сейчас будет не свежий, а горячий воздух. Да, конечно, уже раскаленное небо. Воды бы глоток, да? Ладно, засовываемся мы назад на нашу кухню. То на нас уже люди, мотоциклисты смотрят. Думаю, что она дура снимает. Что надо, то и снимаем. Прибегает сейчас мой начальник на кухню. Говорит, Ли, запасное мороженое есть? Я говорю, запасного нет. Но говорю, есть запасная Лиля. Что в 3 часа уже, говорю, наделала базы. После обеда встану и сделаю мороженое. Говорю, в 3 часа будет некоторое затишье. И говорю, будет вам запасной аэродром готов. До 5 часов он остынет. А пока запасной аэродром драет запасную кухню. Кухню-то тоже иногда надо мыть, понимаете? Что я вам хочу посоветовать. Берете мелкую соль и посудное средство. Если у вас есть дома нержавейка, ребята, все блестить. Это не надо никаких сгоросотворов, никаких ничего. Как бы ты ни морочился, какие бы ты дорогие средства не покупал. Это самое проблемное. Соль, трапочка, вот такая, что шкрыдет. И шуршит все, блестит. Ну, натирать я, конечно, не буду. Нема времени. Наша песня Горнанова, починаем ее снова. Поменяла воду после тарелок. Закончили кухню и начинаю мороженое.
Даже лед продался весь, вы представляете? Такая жара с улицы, такое идет прямо пекло. Горячее пекло. А я тут закрыла двери, закрыла зал Макдональдса. Отсюда идет немножко такой воздух, чуть-чуть прохладный, и я его запускаю на кухню. Но сейчас, как только включу свою машинку по мороженому, сейчас этот воздух тоже будет горячий и тут, и там. Так. Долго не порадуемся. Уже вся мокрая. Мокрая насквозь. Ребята, 3:30. Сейчас я вам научу. Вас научу такому трукетто, как говорят итальянцы. У вас такие сиропчики продаются? Карамелька называется. Я говорю, Стефания, в котором году срок закончился? Она говорит, ты что, только купили. Правда, только купили. Еще даже этикетку не содрали. А напрасно, надо было содрать. О, карамелька. Сладкоежкам на зависть. Берем базу пломбир, переворачиваем карамельку, делаем так. Раз, два, три, оп. Хорош. А то что-то слипнется. Цвет меняется на крем-брюлелевый. Ну как вам цвет? Ой, как мороженое крем-брюле, ей-богу. Карамелькой надо работать быстро. Она имеет свойство быстро таять. Там же сиропчика мы напихали туда в него. А? Берем последний штрих. Переворачиваем на себя и делаем. Штрих-пунктирная линия. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Опс. Завершающий момент. Крем-карамель. Готовченько. И бежим к витрине. Что есть дури? Только что пришел Франческо, охранник, говорит. Ой, увидел тарелку риса, так захотелось. Такой вкусный, ну дай мне мороженого. Так что, охрана. В 4 часа у них обед. Я говорю, это тебе еще, Франческо, повезло. Я еще не обедала. Как это не обедала? Я говорю, вот так. Приду домой, пообедаю, заодно и поужинаю. Пироги. Говорю, Стефания, а ну признавайся, чем там у тебя еще поживиться можно? Что там у тебя с нутелловым ведром? Она говорит, а все, говорит, заляпанная нутелла. Я говорю, ну-ка давай мне сюда этого залепыша. А я сюда сейчас горячего молочка добавила. А ну где-то нутелки у меня вот так вот, знаете, вот так вот. А ну сколько это килограмм нутелка? Не, ну у нас там запасное ведро было, если бы не было запасное, на 3 килограмма, представляете? Если бы не было запасного, я бы не брала, понимаете? А так, ну что ж, она стоит, бедная нутелла, засыхает. А у нас тут мороженое пропадает. Смотрите. В горячем молоке нутелла разводится, как масло в варениках. Мороженое можно делать вообще совсем с чем угодно. Я там еще смотрю, у нее там бананы лежали, пропадали. Ну, только 2, было бы там их, чтобы 10, я бы их, конечно, взять. Видите, как она быстро разводится. Сейчас мы ее с базой смешаем. Такая у нас нутелла получится. Ой-ой-ой. Это мороженое самое любимое всех детей. Ну и взрослых, я думаю, тоже. Кто ж от нутеллы откажется? Главное, хорошо ее оттуда выколупать. Ну, сейчас мы это сделаем. Гора нутеллы налетает, ребят. Самого красивого мороженого. Самая шикарная этикетка. Сейчас я вам ее покажу. Я еще обычно поливала нутеллку. Такой ниточкой нутеллы. Но сейчас не буду. Смотрите, какая. Нутелла. Ой, ой, куда ж тебя колоть? Куда ж тебя колоть? Вот так вот. О,
А? Блядь. Вот это гора Нутеллы. Уже пришел мой начальник, уже там со Стефанией. Торгуют мороженым. Поскакала я домой.